Всем привет! Мы начинаем новую партию Warhammer 40 000 Gladius Relic of War. В этот раз она будет немножко необычной, нестандартной сам за себя, против ботов. Я попробую сыграть в команде с ним, просто чтобы это была более большая, более интересная, более долгая партия. Сложность Варихард, два Некрона, и раз... Два, три команды из рандома. Ланмас я поставлю, пожалуй, хай. И Рорсайз Хьюч, естественно. Так, отключу квесты. И поставлю Life Density на Very High. Посмотрим, что из этого получится. И не откладывая в долгий ящик. Поехали! Заодно посмотрим, как играют компьютеры на экране. Насколько лучше нас. Так, нас заспавнило рядом с нашим другом. Это хорошо. Кстати, у него третий уровень войск. А у нас первый. Что интересно. Итак, город нам предлагают строить здесь. Много влияния, в принципе, влияние некроном полезно. Много руды, ну, нормально, жить можно. Теперь вопрос, что нужно дальше. Я хочу руду. Или нет? Я хочу пехоту, потому что виллайфа много. Так, и теперь очень аккуратненько. Да, виллайфа действительно много. Так, и исследование. Поставил Temple. Royal Pyramid. В Royal Pyramid можно построить лорда. Давайте пирамиду. По технике там вроде ничего сверхполезного не было. Для начала. Овервочили немножко. Встретили где-то гибридов неофитов. Бывает. Так, а и воины живые. А в городе у вас что? Вы строите новый тайл. Хорошо. Техи ваши посмотреть нельзя, жаль. Я могу немножко продвинуться. Я не хочу согреть лишнего, поэтому я буду очень аккуратен. Поэтому я не буду пользоваться тем, что у меня оружие рапит. Все равно я их побежу, но лучше бы это сделать аккуратно. Даже с учетом того, что у меня железобетонные некронские воины. Кстати, они и красивые, у них красненькие. Мои не так интересно выглядят. Так. Все довольно печально. Культист регенится.
птички к нам подлетели, получили Overwatch. Ну ладно. Достреливаем птичек. Не достреливаем птичек, ладно. Они отжали базу у нашего АИ союзного. Ладно. И вбежали культисты, уже здоровые. Так, я так понял, что мы никого в итоге не добили. А нет, вот оно. Поймали Overwatch. Так, и здесь пока что сидим. И тем более я их не дострелю. Нефиты зачищены. Как приятно комментировать чужие действия. Хо-хо. Так, и культисты немножко подсократились в числе. И к ним на помощь пришли друзья. Да. Что будем делать? Достреливаем культистов раз. Достреливаем культистов два, пока не выходя никуда. И наконец-то по единичке опыта. Ну, нам еще рано повышаться. Прибежала еще одна пачка неофитов. Но вообще говоря, мне с ними как-то не особо хочется перестреливаться. Поэтому давайте я просто из этого леса по ним немножко поработаю. Так. Что строит наш друг АИ? Самый линкор, то, что построили мы. Так, мне надо получать клетку. Мне не хватает руды, поэтому мне нужна клетка с рудой. Вот это. И строю нового воина. Так, следующее, что мне нужно, это, наверное, руда. Пробивают неприятно, но ничего такого. Я даже особо не вижу смысла вас лечить. И этих неофитов мы добьем. Второй уровень. Гибриды от нас ушли. Прекрасно.
в целом, наверное, был смысл пробивать дорогу к союзному АИ. Так, тут две банды неофитов. До них сложно добраться. Так, здесь руда. Давайте потратим руду. Да, и вот теперь нам прям сильно печально. Можно было расстроить, кстати. Но я не додумался. Так, гибридов сносим полностью. И давайте культистов постреляем. Здесь нам нужно давайте еще руду. Так, они, кстати, строят воинов. Вот. Это радует. Так. АИ постепенно расчищает дорогу, но не к нам. Ладно, бывает. А тут я немножко выйду и добью. Ну, благо эти воины целые, поэтому что им сделается-то? Строят королевскую пирамиду. Отлично. Что мы делаем теперь? Ага, имперский бастион. Неприятно. Так, здесь могила некронов, поэтому мы можем построить еще один город. Мы не можем строить города где угодно, мы должны строить их только на специальных местах. Так, а вы давайте сходите сюда, займете пастбище. Еще одного воина, пожалуйста. Мне нужны убежища, потому что население скоро вырастет. Королевскую пирамиду потом. Достроил здание с рудой. Так. Одним воином я точно никуда не пойду. И вот здесь я пошел в одиночку и зря. Ну, просто постою и переживу. Надеюсь, они не будут атаковать. Так-с, дальше. Домик на влияние я ставить не буду. Потому что руда — это один из основных ресурсов. Ну, влияние, правда, тоже, но она больше на всякие способности.
У нас спартаном по 3 отряда воинов. Прекрасно. Так, вот этих гончих можно добить. Значит, так и сделаем. Если что, у королевы много. Ну, в смысле, у короля. Очень неприятно, придется лечиться за влияние. Они расчетят и устроят Fly Advance, которых мы пока даже не изучили. Стреляем самого побитого. Подходим. Стреляем опять же самого побитого. И мы не достреливаем до самого побитого. При этом получая по лицу. Ну, бывает. Домик с рядом не отняли гонщи. Ой, беда. Так, что делаем? Достреливаем. Черт с этими гибридами. Так, этих лесных стрелков тоже разбираем. Ну, насколько получается. Так, здесь. Исследование. Ну, подождем один ход. Так, Хенслайвер очень плохо. У них, кстати, уже больше войска, чем у меня. У них Play Advance есть. Но видим защиту личного бонуса. Так, два отряда Хенслайвера. Господи. Я лучше отойду. Так, строим королевскую пирамиду. Мне нужны, наверное, имморталы все-таки. Они подороже. Но они тоже интересные. И пока только одно место для будущего города. Вот оно. А АИ даже не может отжать стартовые ресурсы. Мило. Ой. Больно там.
Надеюсь, что меня не будут майнд контролить. А еще изначальный план полностью провалился. Абсолютно. Герой сдал обилку на броню. Здесь, по-моему, какая-то вода. Или нет воды. Ладно, надо изучать вопрос. У них не такой, кстати, дамаг для милишников. Отходит. Так, его может полностью распылить гибридов. Здорово, кого выпустили еще? Флайтвансов. И делайте криптеком. Я уже сильно отстаю. Вывод из этого заключается в том, что мне нужно делать второй город немедленно. Так, гончие. Минус гончие. Потихонечку идет экспам. Опять защитные протоколы. Пришла пустота. Берем артефакт. Подходим к гончим. Ой, это было зря. Это было очень зря. Но в итоге добили. Так, Каноптек Спайдер. Он нам даст возможность поставить город все-таки. В одном городе будет очень грустно. И АИ даже начал расширяться нормально. Он уже гоняет этих нейтралов. С лордом-то. Теперь
гончих уничтожаем. Так, а вы отходите. Доверяем это все бастиону. Строим лорда. И нам не хватает электричества. Что, кстати, артефакт дает 10% дамага, неплохо. Так, можем ли мы убить энслейверов, ну, с большим трудом. Ну, давайте все-таки попробуем подойти. Хороший урон. Что будет теперь? За мной контролит. Я слышал, что они не умеют брать под мой контроль, но я в это не очень верю. У вас уже какое-то имя есть. Анатомисты. 4 уровень. В целом, 2 отряда уже 4 уровня. Это внушает. Умбра — это неприятно. Почти добил. Тут можно пострелять в крутгончих. И занять новую клеточку с влиянием. Что делаем? Так, вы их сняли. Вы можете отойти до руин, пострелять по этим прекрасным летающим. Пока все. В городе я ставлю энергию. Ну и да, мне нужен второй город срочно. Ну не срочно. Но быстро. У меня здесь есть только одно место, куда его надо поставить пока. Впрочем, у напарника я вообще не вижу таких мест. Имперские руины.
хотя с другой стороны войск он пока не теряет. Если подставился, ну ладно. И давайте попробуем защитить все-таки вот эту часть территории и выйти к своим, чтобы, если что, им помочь, ну или они могли нам помочь. Ага. Войге. Интересно, чем так светится. Пакисты готовы. И всю армию собираем в одном месте. Шелмикрон воины. Криптек лорд. И флайт вансы. Отлично. И, кстати, а и пошел сам мне навстречу. Какой молодец. Он еще и первым выйдет на соединение. И наконец-то у нас лорд. Броня и все. Второго лорда не дают. Давайте тогда строить город. Уж там, где получится. Core Refinements. Здесь надо население строить, понятно. Да, и здесь есть прям прямой доступ, который мы могли бы зачистить, если мы пошли в эту сторону чуть быстрее. Ну ладно. Но войск у Варихартаи сильно больше, чем у нас. А я зря пошел сюда, но... Что, у вас уже 10 населения, я понял. Ладно. Но в любом случае мы соединяемся. О! Еще одна могила Книхронов. Кто здесь поставит город? Хотел бы я знать. У вас нет спайдера. А, вы его только строите.
Да, и мы здесь уже добрались до места. Вот она, прямая дороженька. И я бы на самом деле тогда спайдера выкинул Rapid Rise. И жду энергию до хода. Банда инслейверов, еще один перст бастион. Здорово. Ваш спайдер еще не вышел. Раз, два, три, четыре, пять ходов. Если он доживет, конечно же. Я, разумеется, не был бы собой, если бы не скрасил у АИ ресурсы, если бы не летел этого чудесного робота с овервотчем, с двумя овервотчами. Так, на этом мы можем сказать спасибо данному воину Некронов. Ему... Ну, его карьера, в общем-то, закончена, да. Этот юнит просто ничего не делает, потому что сейчас он умрет. Если по нему постреляют... Да, по нему постреляли, и он просто умер. Бывает. И вот спайдер уже бежит занимать город. Такс. Да, лучше не ходить. Так, а тут, в общем-то, все. Ай, и зачем я пошел обратно встречу с этими реклятыми роботами? Да. Продолжаю ничего не делать. Давайте Fly Advance. И на этом, в принципе, все. Ну, у моей армии больше моей раза полтора такого скидку.
Ой. Был не очень разумный ход, да. Давайте я лучше в Энслайвера тогда постреляю. Так, тут пока ничего не делаем. Не нужно больше войск. Строим дом для населения. И уходим из города. Лорд стоит железобетонно, у него все очень-очень здорово. А, может вы не убежище строили, а population limit? Ну ладно, это не так важно. Мы можем дойти до области. Нет, опять же, не этим. Хотя. Почему-то он не пострелял. Ладно. Смотрим, что будет. Карту чистит быстрее меня с какой-то армией. А, и они поставили в другом месте город. Хорошо. Я тут моргал это место. Стреляем потихоньку так. Давайте одного флейт ванса. И на этом все. Храм для лояльности. Он все-таки стреляет. Сэлеви. Отлично, я наконец-то могу воткнуть город рядом со своим любимым таюничком. У меня денег нет. Вообще изумительно. Так. Следующий ход будут. И банда нейтралов еще прибежала. Фургончик. Превосходно.
Да, строим город. Домики так себе, но ладно. Так, ну заряд культоты. Здесь прям, ну, очень плохо. Плохо, да. Нет, жить будем. Входим в фрагментейшн пул. Все, ход закончен. И у меня отжали ресурсы. Да. Так, минус бастион. Минус гонщик рвут. Просто стоим, стреляем. Все. Да, у них это население с лорда идет. Не создание. Ё-моё. Так, минус гончим. И пока поворотом. Так, а кто, кстати, я не посмотрел, мне убил... А, нет, никого не убивал. Так, тут. Энергия. Ирда. Ну, мне нужен самонин кор. Это мы напрасно полумбали стреляем, ее так не убить. Здесь надо просто отойти. Больше брони. Так, они строят руду и лорда дестройера. И мы по армии, ну, довольно сильно отстаем. Палы. Опять эти ваши умбры. Что у флейтванцев есть? Кстати, ну, урон. Да и инфильтрация.
Ух, давайте еще одну клеточку. И пока что Immortal. По исследованиям. Энергию. Здесь есть что-нибудь? Давайте пока энергию возьмем. Нам этого хватит. Да, населения, увы, не хватает. Но оно подрастет через 4 хода. Очень больно. Да, минус один отряд воинов. Так, здесь. Да, в принципе-то, все, что мне было нужно, я забрал. Так, еще лорда строить пока не надо. Мы, кстати, уже приличную часть карты изучили. Замечу я вам. Так, он строил дестрой лорда и руду. И у них уже 9 населения. Так, куда бы пойти дальше в таком случае? Дальше, видимо, идти в центр. В центр, где эти роботы. Очень неприятные. Здесь все, что можно построить, уже построено. Ну и в принципе все. Кстати, дальнейшие с карты не изучили вообще. Ну ладно. Здесь ходим аккуратно. Да, я реально затупил с Белордером, потому что населения нет, и без населения грустно.
так, у ребят есть хэви-дестройер уже. Очень классный юнит, а у нас нет. А, они в механике. Я все вспомнил. Ух. Дом на лояльность. Давайте влиянием еще одних флейтвансов. Дом для тяжелых дестройеров. Так, выстроить здание на лояльность и... Да, хэви-дестройер. Здание на лояльность и хэви-дестройеры. Хороший набор. Я бы даже сказал, очень хороший набор. До мерзавца такого. Я бы сказал, что есть смысл ставить сразу третий город. Ух. Ну, посмотрим, как пойдет. АИ пока не ставит. Возможно, он понимает в этом лучше меня. Два дата Смита. Обалдеть. Так, два тайла. Сдали протоколы. И теперь пытаемся разобрать этого прекрасного роботам. А и мы плавно постреляем по Датсмиту. Так, Dimensional Corridors мне тоже нужен. Срочно. А робот при этом дошел. Хватило же наглости. Ох. Подходим, бьем роботом. Такс. Тебя лечим. Стреляем куда-то с пульту.
Так, лорд пока просто стоит, ничего не делает. Так, разумнее. Так, по... А! Это ж не робот. Да. Здесь я неправильно так распределил. Я бы мог его унести. А, и до сих пор могу. Ну так, воркеры. Так, и дальше мне надо изучать тяжелый дестройер. Лайт Ванса стоят как в воде. Да, буквально, в смысле, как коня, почти упали. Надо заметить. Так, дата-смит готов. Дальше я могу зайти лордом, и, наверное, это разумнее всего. Войд страйкнуть. Стрелять лайтвансами, отойти. Войны тоже стоят, ничего не делают. Так, здесь у меня стоит на здание на влияние. Хочу здание на лояльность сразу. Лордом подхожу, ловлю Overwatch. Не ловлю Overwatch, ладно. Бастион очень неприятно. Руды нет. Поэтому мне не светят. Я хочу все-таки в плюсе держать от запаса руды. Но пока ни одного я не встретил. Это интересно. Уничтожен. Так, банда гонщик. Так, тут ничего интересного. Так, и спайдера.
может поближе к центру карты поставить. Давайте. Здесь только руда. Стоп. Да, немножко ускоримся. Хэви-дестройеры. Сбили. Байдвансы стоят, ничего не делают. Лорда уровень. Так, здесь интересно, здесь не хватает населения. Давайте Мортала. Рактрайс и еще и Мортала. И мы встретили Хэса. Где, правда, я не вижу, но где-то встретили. Очень-очень интересно. Броня. И уничтожаем нефритов. Лайтванов очень сильно пробило. Так, починились. Так, я зря, кстати, отошел, ну ладно. Наши хотят вырезать центральную локацию. Мы им можем, в принципе, помочь.
кстати, они поставили новый город. Мило. На том месте, где его собирались поставить мы. Ну что же, долг платежом красен, как известно. Ходим в лес. А, зря я это шел. Так, там. Но там прибежали, поэтому птичек стало меньше. Так, что будем делать? Пока, видимо, пушить ХСМ и пытаться отжать центр. Это больно. Свой бойгейт. Два хода. Давайте немножко заранее больше для населения. И да, мне бы эти некроны принесли, если бы они не были со мной в союзе. Я пока что не могу такое количество войск производить с такой скоростью. Может быть, я вообще не смогу, кстати. Ну и защитные протоколы. Да, я прожал. Сейчас. Мне больше негде строить город. Я не вижу. А, вот еще локация. Но я бы все-таки поближе держал их. Тем более место хорошее.
Все, монитор. Сразу. Так, и этими двумя молодцами можно попробовать разнести бастион. Что у нас строит АИ? Построил лордов, мухов, дестройеров, так спайдера, еще одного триарх-претарианца. Так, у тех я стал сразу и окончательно. Ничего не поделаешь. Ну, гончих мы вырезали хуайтвансами. Гибридов лордом. Так, а воинами я даже не знаю кого. Да, неудачно встал. Так, временная экскавейшн, пожалуй, увеличить радиус извлечения всяких ништяков из недр. Войны все неплохеет. И Крачанский я убежал божественно. В принципе, с таким АИ на пару есть небольшой шанс, наверное, и выиграть. Посмотрим. Электроны, по идее, сильные. Так, с этих воинов точно отводим. Культистов побьет. Так, а вот и дьяволы тачанские. Окей. Очевидно, что такой дестройер. Такой дестройер. Блейдов. И мне нужно будет руда. Почему блин не стал проходить? Но это уже совсем мечта. Thank you.
и Кадаченский дьявол выпуск. Ох, жизнь боя. Кстати, мы уже четверть карты вычистили. Так, я бы отошел всем, чем можно. Ворот только дострелил. Вот этих гибридов подрезал. Ну и ворот вообще побил. Так, и может его продолжать бежать. Стрельщик своим. Да. На спортивный это был не очень разумный шаг, но с другой стороны мне они не особо не нравятся. И не хронолой. Что же, будет уроком. Так, воины пока стоят. А что у нас в городе? Ну, мне опять же нужна руда и лояльность. И население. И мы клетку застроили. Так, если смысла что-то здесь рашить, здесь нет. Immortal Forms, да. Бастион в итоге так и не доломали. Что обидно. Это все продолжается возня с нейтралами. Уже 62-й ход. Да, партия стала подольше с этими настройками. Это правда. Те, кто это говорил, они не обманывали.
можно призвать Royal Guard, кстати говоря. Вот это хороший юнит. Так, я ему единичный бастион сломаю. Так, лояльность отрицательная. Поэтому очевидно, что дом на лояльность. И клеточку на руду. Да, но войск у него больше, и они лучше моих. У него герои есть. Ну, я бы тоже, в принципе, мог себе позволить. У меня техника качественная. И ХСМ, не смогли удержать здание против всей этой прекрасной вечной жизни, местной жизни. И мне повезло. Партия будет длинной и интересной. Сценарий продолжается Рубилова с роботами и насекомыми. Ну что же. 55-й ход. Это достаточно хорошая отметка, чтобы здесь сделать паузу. Всем спасибо за просмотр. Продолжим в следующей части. Пока-пока.